Президент республики Майя Санду подтвердила заинтересованность молдавских властей в продвижении диалога по вопросу уничтожения боеприпасов, хранящихся на складе в Кабасне на левом берегу Днестра. Об этом глава государства заявила на встрече с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым. Стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня, в том числе в области энергетики и экономики. Кроме того, президент отметила прогресс, достигнутый в переговорах по соглашению о социальной защите сограждан, проживающих или работающих в Россию, подчеркнув важность скорейшего подписания этого документа. Также Майя Санду приветствовала готовность российской стороны внести свой вклад в реконструкцию двух учреждений культуры в Молдове. Говоря о положении дел в регионе, Майя Санду выразила надежду, что будет найдено мирное решение и диалог приведет к деэскалации ситуации.